И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Панзар. Конечно же, в Панзар. И играю за танка, да. Ничего, так сказать, сверхъестественного. Цитадель алхимиков. Вот решил, так сказать, появилось лишние полчаса, решил, думаю, блин, надо записать по Панзару, если получится, еще и парочку. Ну, к сожалению, вот, парочку я не думаю, что получится, потому что карта конкретно прям карта долгая. Почему я по Панзару все-таки записываю, а по Ролл Квест тому же самому нет? Ну, потому что по Панзару здесь все легко и просто. Запустил игру, бой начался, ты играешь. Бой прошел, все, серия снята. А по Royal Quest там конкретно надо придумывать, что делать. А учитывая, что там просто тупо фарм, там делать нефиг. Вот, в общем, такие вот дела. Текс. Типа, в натуре, блин, не получилось, а. Тихо. Давай, Берс, далеко не выпрыгивай. Сейчас прорвемся. Ага, горишь, задница. Ух, да! Видали, как могу! Туда иди! Хупаньки! Ты смотри-ка, не про канала. Опа! Тихо, давай. Ты смотри-ка, а я ушем ударил, Блинский! Пошли все! Вон! О! Ну хоть кого-то растолкнул. И на том хорошо. Такс, все равно раздолбали его. А мы точку-то захватываем, однако. А гномик-то молодец. Да не, там не только гномик молодец. Там все молодцы. Опа-на! Отлично! Отлично. Так. Твою мать, все. Кранты, бля! У меня кранты! Черт, не получилось. Ну ладно, смотрите, сколько я всего понаделал. Блин, я честно не ожидал от себя такого, что я смогу хоть что-то наподобие сделать, но в целом неплохо получилось. Сейчас по-быстрому респ. Мост. Мост-то готовый! Ты смотри-ка, мост-то готовый. Погнали, быстрее. Скоро уже будет ТП, и вообще будет все супер. Для чего протащил? Ну, чтобы потом было быстрее построить. Хотя я не думаю, что они сильно так и уж будут. На по башке, говорю. Чё в натуре? Вот иди отсюда. Опаньки. Так. О, убийство. Я такие вот допинал. Отлично. Погнали на точку. Быстрее. Сейчас прорвемся. Опаньки. Сейчас все будет. Твою мать, я слишком близко подошел. Лох. Пошел в жопу. Днище. Я сказал, пошел в жопу отсюда. Так. Пошел отсюда нафиг, натуре что ли прикалываешься? Отлично. Вы что там, ворота что ли ломаете? А молодцы ребята. Падай. Ох ты ж в натуре, не проканала. На тебе. Днище. Натуре. А мне не повезло. Пошло в жопу. Вот это конкретно прям прорвались. А. С эффектом. Не-не-не-не, народ, не заходим пока что. А хотя чё в натуре? Пошел в очко! О да, помощь! Я сгорел! Ну ладно, нормально, я ему этот... Дискотеку, вспомнил, как Кирилл, блин, господи, называет ее.
Конкретно прям меня прикалывает штука этом. Ну, нет, чувак, у тебя круга жизни, чтобы затащить. По-божески прям. Опа! Чекс, вообще! Давай, бегу! Бегу, роняя кал, нафиг все собрал. Вот лох. Я даже не заметил их. На, днище мелкое. На тебе, натыря. Воу! Тихо, легче. Воу! Пошли вон нафиг от меня! Ты что творишь, дурак? Я ж тут в одного... А, не, у меня тотемчик есть. Опа-на! Ах, как это было больно! Нормально. Скайнаш. Вообще. О, продам шашлык. Прикольный ник. Ну так тащит. Нехило. Так прям давай. Нехило мне бутылечек. Оу, е! Камон! Кстати, смотрел на этом. Господи, этот... Золотую лигу смотрел. Вообще, дискорды меня прикольнули, как затащили на точке. Это просто кайф. Просто под кругом жизни все встали и конкретно прям затащили. Оуге. Так, подъем. Подъем, вставай. И не ленись. Вставай. Родненькая моя точка. Пошел в жопу! Давай! Пекс. Опа! Полежи немного. Отлично! Я сейчас сдохну! Нет! Не хочу умирать! О, да, мне повезло. О, да! Еще один скай! А, у нас две сорки. Пошел вон отсюда. Затащили. Вот это конкретно прям затащили. Просто как батьки. В конце просто конкретно прям паладина вытолкнул. И он тупанул. Ну хотя да, круг жизни, все дела тоже неплохо сделал. Но он медленно шел, и он не мог заблокировать мой расталкивалку, что очень даже сыграло мне на руку. Вот такие вот дела, народ. Вот так вот давно не играл, вот так затащил. Фу, было супер. Ну а я с вами буду, пожалуй, на этом прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать и делиться моими видео со своими друзьями. Всем удачи и всем пока.